Откуда я знаю? Какой фильм? Чтоб был. А мы его сейчас только что показывали на английском языке, показывали на день рождения компании. Мы его показывали на нашей конференции, которая проходила в Дубровнике. И, по-моему, мы показывали его на партнерской конференции в Юго-Восточной Азии. Но я точно не помню, я на сцене был. Мы используем на разных мероприятиях, показывать, раздавать там на вебе. Где еще? Я не знаю, где еще его будут использовать. Просто показать, что это, как это, кто вы такие, что мы здесь делаем. Для того, чтобы показывать людям, которые вообще ничего не знают о компании, видеть ее первый раз. Делиться информацией о том, что у нас происходит внутри, какие люди здесь работают, кто они и в каких условиях они работают, и что они делают. Потому что компания открытая, и мы хотим рассказывать о себе больше. Мы когда читали сценарий, мы вообще офигевали от этого бреда. Вот. Но потом, когда увидели финальный вариант, мы прониклись, решили, что да, это круто. Дятлы получились лучше всего. Там три дятла летало. Вот они сыграли просто фантастически. С двигателями. Вообще, мувик очень хорошо был воспринят, то есть аплодировали, ржали. В самых забавных моментах, ну, смешки, улыбки, позитив на лицах. Да, нормально, классно, всем понравилось. Нет, нормально, позитив. Хорошо получилось, молодцы. Что, какую бы еще гадость сказать, не знаю.